Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сейчас на ваших экранах вы видите файл вордовский, который посвящен аудиопсихокоррекции для предприятий и организаций. Самое важное здесь уже есть. Вы можете скачать этот файл с нашего сайта и, соответственно, внимательно с ним ознакомившись, заказать у нас ту или иную аудиоустановку. Что хочу показать в этом файле, какие в нем изменения и обновления. Обратите внимание, на данный момент записано 4, условно говоря, 4, на самом деле их больше, установки. Первая установка – это проблема стресса для группы работников, для комнат разгрузки, релаксации, восстановления. То есть имеется в виду, что могут прослушивать это через колонки или через наушники несколько человек. Там любое количество, в принципе, нацелено. Это аудиоустановка для на борьбу со стрессом в течение рабочего дня, в течение рабочей смены и так далее. Далее идет проблема стресса для руководителя. Это индивидуальная установка для каждого конкретного человека. Переговоры, подготовка к этим переговорам для руководителя. И четвертый файл – это рабочая смена, дежурство для операторов блочных щитов управления, атомных станций, да и вообще всех операторов в той или иной мере, связанных с какими-то вещами утомления, истощения в процессе рабочей деятельности, восстановления и устранения, восстановления их работоспособности, устранения сонливости, повышения активного внимания и так далее. А обновления вот какие. Как я уже говорил в своих предыдущих видео, постоянно у нас идет работа в лаборатории, сотрудники, я непосредственно этим занимаемся, и у нас появилась вот такая строчка «Обновлено», обратите внимание. Это я к тому, что прошу вас следить за обновлениями. Те предприятия, те организации, которые будут приобретать у нас эти аудиоустановки, с какой-то периодичностью будут получать обновления абсолютно бесплатно. В рамках договора это все прописано. То есть у нас как бы пожизненная гарантия нашим аудиоустановкам. Вот в данном случае видно, что обновлено 5.01.2019, 5.01.2019. То есть эти установки были записаны гораздо ранее, значительно раньше. А вот в данном случае рабочая смена дежурства от 5.01, то есть эта установка была записана именно 5 числа, то есть она впервые появилась, там специальные файлы, специальная герцовка, и соответственно следите за обновлениями. Обновлено будет и это рано или поздно, то есть постоянно ведется работа над совершенствованием этой психологической технологии, психокоррекционной технологии. Файл записан от 05.01.2019 года, а вот эти три предыдущих файла записаны гораздо ранее, и они просто-напросто уже обновлены, то есть усовершенствованы, внесены определенные изменения в эти аудиопсихокоррекционные установки. Вот, собственно, и все, о чем я хотел сказать. Вот такое вот изменение в наших файлах Word. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!